Эй, чувак, ты что, не ожидал меня увидеть? Сгинь, тебе здесь не место. Я не сгину, пока ты не сгинешь. Ты чокнутая. Чувак, ты сгинешь, потому что у тебя мать сдохла. О май гад. Кажется, я очень сильно ударилась головой. Что? Что это за место такое? Что я здесь вообще делаю? Хорошее место. Но бесполезное. Там должен быть хоть кто-то живой. Как тут все ужасно. Фу, как тут ужасно вообще. Постановка. Ой, что-то спуки. Тихо, уходим. Там наверняка убийца. А, хотя нет. Я приближалась к нужному назначению. Точно. Вот я. Дурочка. Что же? На данный момент у меня есть уже первая записка. Видни жжет. Ну да, ну да. Вау, улет. Уже вторая? Да ну? Опа, вторая! Офигеть, у меня уже две! Круто! Сдохнуть можно! О боже, кто это? Показалось! Я сваливаю! О боже мой! Третья записка пошла. Давай! Крут! Третья записка есть. Ну здравствуй! Да что за безлицый петух? Офигеть! О боже мой, это же Слендермен! Он отстал? Серьезно? Слава богу! О боже мой, боже мой! Нет! Слендер меня убьет! Нифига себе! Пятый! У-ху! Страшновато как. Я так хочу покушать. Жалко, что здесь ничего нет. Может быть, вот тут есть что поесть? А?
Это как будто крипипаста какая-то. Ёкарный бабай, умирая с голоду. О, нет, нет, нет! Свалишь отсюда! Вот его! Нет жратвы. Это очень страшный Слендер. Да уж, охрененно. Никого нет. Ни Вида, ни Смейла Вида. Ни Моу, ни Маккуина, ни Мэтра, ни Ди-Ди-Ди, ни Алекса, и никого. А? О, опа, 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 я близко! Ух, да, следующая записка как раз будет последней. Пиу! Я так и не узнал, есть ли там выход или нет. Здесь нет прохода, здесь нет выхода. Выхода просто нет нигде. Нет нигде выхода. Сейчас. Какого черта он здесь появился? Он не должен здесь появляться, алло! Последняя записка. Ура! Ну ничего, идешь. Вот бьем близко. Другой раз, Слендер. Пока, Слендер. Я сбежала наконец. Я сбежала наконец от этого Слендермена. Слендер вообще все еще тот петух. Сейчас я, наверное, пойду домой, встречу своих старых добрых друзей. Покой и тишина. Винни, ты где была? Ой, видно, ты не поверишь, где я сейчас была. В общем, я, кажется, попала в мир крипипасты, и там был этот Слендер. Кто такой Слендер? Слендер — это петух, который пытался меня убить. Но я от него спаслась. Я тебя просто обожаю, Винни. Плевака, когда я попала в мир Слендера, я захотел есть, а съесть я хотела именно тебя! Чао! Эх, классные парни, блин. Жаль, что их больше нет.
телекомпании DDD по заказу YouTube.